За Максом еду. Илюха, ты едешь за Андрюхой. За Андрюхой? Ой, ты за Максом, блядь. Я за тобой. Илюх, ты едешь за Максом, я за тобой. Все, все поняли? Выключи заднюю передачу. Да сейчас уже едем. Короче, я еду за Максом, да? Да, Илюх, ты едешь за Максом. Макс едет за Андрюхой. Андрюха едет за Димончиком. Димончик едет за Аленкой. Аленка едет за Жекой. Понял. Что, можно там двигаться? Все, выезжаем туда. После выезда направо. Принят. Еду 60, жду, замыкаюсь. Андрей! Макс! Илюха! И я! По кольцу и прямо! Я! Алена, налево переезжаем, по левой полосе я загадусь. Левая полоса наша, парни, то я там сейчас забылся, выехал на правую, по правой поехал. У меня зеленый, но загорается желтый. Я на красный проехал. Ты умница. Давайте, парни, догоняйте нас. Стали на светофоре. Ну такой ощущение, что у меня нахуй пустой грузовик едет, что я разгоняюсь прям быстро. Первая развилка налево будет. Наверное, ты Толян в воздухе. Deactivated. Налево первая развилка. 14 тонн, бля. У меня 22 тонны. Деревянные балки. Замыкающий. Развилка слышал, куда поворот? Налево. Молодец. Замыкающий светофор прошел. Окей, еду 60 за вас. Замыкающий поворот прошел. Принял. Жек, потом номер с это. Тим Пикса этого скинь нахуй, сервер. Конечно, скину. Только, Толь, давай сегодня не заходи туда, хорошо? Завтра выйдешь. Не-не, я просто установлю. Можно ускориться, колода подходит. Я, господи, тебе там. Мы вместе с Тим Спик перейдем, я тебя там прину сразу. Сотрудник, а то ты там будешь гостем просто. Не, я просто все установлю, чтобы потом, если раз, решили, перешли. Да-да-да, я по нему не тороплю, и все. Все скачивайте, дискорд не удаляйте, будем чуть тоже переходить. И так удалять не будете. Зачем? Ну, он же нас не подводит. Это там кого-то он подводил, несколько человек. Нет, я имею в виду, если перешли в TeamSpeak, нахуй, этот просто отключил, нахуй, и все. Да, там просто русскоязычных много компаний, там будет удобнее всем нам кататься в конвоях. Совместно конвой. Там вот сегодня, вчера только зашел туда, мне уже двое зовут директора.
зовут нашу компанию покататься сегодня в 7 часов вечера по Москве в открытый конвой. Ну так как у нас 8 свой официально, я не пошел, не согласился. Все, догнали, все, замыкающие? Да-да, все, замыкающий догнал. Ускоряемся. Ты не отставал. Принято, ускоряемся к 90. Привыкаю заново на под кабину играть, блядь. Кабину играть. А чё ты, тебя же на бампере нормально ездил. Да чё-то, блядь, надоело. Сейчас надоест нахуй кабине ездить, на бампер опять пересяду. В кабине потише, блядь. Что, завтра покатимся куда-нибудь? Сделать конвой на завтра? Да можно. На 5 часов утра. Потом что? Не, ну а что, вот смотри, если сделать конвой по всей старой карте, ну, без этих, без Франции... Я тебя понял, да, я Франция. Это, то придется выезжать в 5 часов утра. Так я ж такой длинный не собирался ставить. Так не, а вот если вот так собраться там перед каким-то праздником или выходным, чтоб был, и сделать вот полностью конвой по всей карте. Начать с Вероны и закончить в Вероне. Ну не в Вероне, блядь, а... У нас Толик ездил, Толик у нас специалист по этому, Толик у нас такие маршруты ездил. Не, а ты вот представь, вот как ты говоришь, TeamSpeak, собрать конвой, несколько компаний и поехать, открытый сделать. Но только каждый со своим логотипом. Ну понятно, понятно. Ну давайте там соберемся, когда все уже там будем, тогда уже сам порешаем этот вопрос. Кстати, Эдика почему-то нет, он вроде подписался, что едет. Написано, что у него мультик полетел, напишет. Походу мультик надо, как вот Мак сейчас, надо от бета-версии отказаться. Ну да, назад скатиться и все. Да, 1.26 поставить, я тоже так сделал. Как обновится мультик, можно будет нахуй на 27 перепрыгнуть. Ну пока там нет такого пункта, по-моему, да? Или демо-версии есть от бета-версии? Я не видел 1.27 там еще. Есть там висит. Нет, уже 1.27.1 уже не бета. Да, висит там 1.27 версия. Я говорю, сегодня, за это сегодня... обновление, блядь, сожрало у меня. Трафик, у меня одиночка сегодня. Одиночка обновилась сегодня. Ну обновился, естественно, одиночка, Ремонс. А мультик не обновился еще. Да, нам куда спешил. Андрей 102, а ты купил автобус этот? Нет, нет, потом как-нибудь. Он дорого стоит. 1200, ну? Полторы сейчас уже. Ох ты, блядь. Да, скидки были. А это сайт. Скидки полторы он стоит. Скидки 1200 был. Со скидкой, вернее, 300 рублей скидка шла. А в сайте, привязанных к Steam, там не смотрел? Андрей, а в сайте, привязанных к Steam, чтобы подешевле скачать? Не смотрел. В Steambuy посмотри. Там подешевле может быть, да? Да. Да, там ну, сама игра дешевле стоит, чем на Steam. А чем от Steambuy отличается? Ничем. Это и есть Steam-овская, просто там скидывают дешевле игры, чем на Steam. Но играть она также на Steam будет? Или Steam-Buy? Да, на Steam, да, я же в Steambuy покупал себе игру. А вот уже все остальное мне через Steam подарили. Понятно. Развилка будет налево. Принято. Перед мостом налево. Принято. А вы звуки отключили, да, эти реальные звуки? Да. Скрипение, блядь. Шипение. Да, я не стал. Заебал он, блядь.
Мне у меня нравится, тоже все включено. Это же все-таки симулятор или нет? Не, ну как симулятор, но все равно реально. Интересно, а если включить реальный расход топлива, насколько, как часто будем заезжать на заправку? Раза в три больше. На трехоснике где-то на 600, на 700 хватает. Не знаю, мне подключен. Замыкающий. Замыкающий, на развязку прошу. Принято. Колонну догнал. Принято. Увеличиваем, ребята, до 110. Замыкающий. Что-то дофига расход. Мы с батей на Москву ехали, у него бак 800 литров был. Мы один раз дозаправлялись. FH12 Volvo. И в хвосте было 32 тонны груза. Только вчерашний конвой не засчитали, да? Засчитаю, сейчас Жека отпишет отчет. Отпишет, все засчитаю. Вот так отчета нету еще, никто не писал. Пока он зальет, пока рассмотрим. Да, там долго рассматривается. Мы через Калась пойдем, да? А, блядь, да, мы по всей Англии просто проедем. Да, да, по Англии в Давр просто проедем. Да, да, да. С одного конца в другую идем. Развилка налево перед мостом. Принято. Вот и херня. Следующее прямо. Также еще одна прямо развилка. Заправочка никому не требуется. Да у меня полбака, мне хватит пока. До перерыва, да? Да больше, до конца, да. На 2300 мне сейчас еще хватит. Окей, развилка прямо будет следующая. Принц. Успеваешь, замыкающий? Да, все нормально. Ну, напоминаю, скорость также 110 не добавляли. Толик, ты напиваешь, что ли? Ну да. У него на голосе стоит. А я думаю, кто потихо поет там сидит. Внимание, сужение дороги в две полосы. Принято. А еще говорят, не напьешься, не напоешься. Вон Толик не пьет и нормально. Действительно. Ну, есть такая еще поговорка, без бокала нет вокала. Ну да. А у Толика есть.
И главное, что никто не скажет. Бокал, блядь, на ухо медведь наступил, блядь. Да ладно, с бокалом даже медведь становится пасковым. Занято, ебанусь. И тот-то нахуй обсмеют, блядь. Главное, что никто не скажет, не пил давно и спил говно. Внимание, две встречки. Вот именно так и скажут, блядь. Две встречки. Замыкающие две встречки нашего русского. Встречку проводил. Окей, чаем напою. Да, обязательно им кофе, чаем, водкой, блядь. Внимание, впереди опасный участок, крутые повороты, снижаем до 80. Ой, пьяная теща идет по дороге, блядь. Да, вроде выспался. Раздевается что-то, блин. Значит, не выспался. Да смотришь на дорогу, так знаешь, это засыпаешь. Монотонное движение. Да, монотонка идет, блядь. Убей комара. Да уже убил, нахуй. Мне вообще показалось, кошка мяукнула. Ну, у меня есть, но не кошка, а кот. Суть, он подо мной сидит, под столом, блядь, под компьютером. Так, внимание, зашарим дорогу. Ускоряемся. Принято. Такая ненасытная зараза, это вообще просто. Развилка прямо. Принято. Постоянно жрать просит, блядь.
У меня Макс нахрен не был с этой собакой, и то, блядь, меньше жрет, чем этот кот, блядь. Эдик, смотрю, Counter-Strike приобрел. Сейчас в него играет. Да ну, такие стрелял, как Counter-Strike, нахуй, вообще просто нахуй. Там читеры штука, это вообще приятно. Жопа, блядь. Через стены стреляют, блядь, убивают тебя, нахуй. Развилка прямо. Принято. Нихуя мне 10 тысяч урона, просто жесть. А этот корабль рубится, блядь. Охуеть. Ты хоть раз выплывал, чтоб тебя вот... У тебя полная жизнь, блядь, 39 тысяч. У тебя один залп, нахуй, тебя нету. Не было еще. Это называется, нахуй. Пороховой погреб, попадание было, блядь. Тебя просто разорвало и все, нахуй. У меня было один раз. И один раз я попал. У тебя больше хп, ё-моё, потонул, ё-моё. У меня вода заполнялась. Я там на торпедку навалился, а чиниться нечем уже. Вот. Вот. Не торопись, если на рекорах плаваешь, не торопись использовать ремкомплект. Если я... даже подожгли сразу, не тушись. Если на линкоре плывешь. У меня медленно жизнь уходит, Йонас. С его корабликами анекдот вспомнился. Уходя после бурной ночи от девушки, кинул на кроватку монетку. Для того, чтобы вернуться. А она подумала, что рассчитался. Обиделась. Видать, он с кораблей до сих пор таки и не вышел. Кинул туда монетку. Дима, я надеюсь, ты там хоть никого не таранишь и не переворачиваешь. Ты чё? Димон, ранее учитель. Меня вчера не было. А, да, вчера. Да не, нечаянно. Толян в каждой игре как минимум два раза должен протаранить. Ну а я что сделал, Дима? Если я появляюсь позже, чем ты. Я же не вижу, блядь, сразу, блядь. Тебя сразу не видно ни хрена. Когда ты прячешься, вот ты уже. Здрасте. Я когда прицел смотришь, ему-то. Ебло гладко открываешь, а уже перед тобой уже тормозит. Хуй затормозишь, это же, блядь, линкор. Заебал телефончик, чё ты там? Выкинуть? Я сейчас дверь на кнопку поставить. Забыл, блядь. Мой голос сразу. Развилка, блядь. Теперь с болоса переключился. Вот не надо. Да я что-то это... Сигнал СОС просто подкатанул, ребят, да? Так, сигнал СОС просто подкатанул сейчас. Да. О, сейчас веселье будет, у меня двое. Короля вроде включил, а здесь перейти забыл. Сейчас веселье будет, у меня к дворям, ребят, кинуло. Сейчас эти двойки тебе и разберут, пошел раз. Как бы я бы ее зашел повысить его. Я же у меня типа 12 тысяч урон. А не 13.
орудие попал чисто в этот ББшками. Убери телефон от компьютера. Или компьютер от телефона. Ну, или пока убрал нахуй, отбойник проворал, блядь. Молодец. Это же игра все более. Че ты там паникуешь, ты где этот миллиард уже? 198 миллионов. Ну и чё? Все грузовик новый можно купить, расплюнуть. Так как раньше икона, да, это была стиральная машинка, чтобы начала стирать, она побежала. А внизу бабушка, говорит, живет. И это, говорит, придется ее увезти. Он говорит, кого? Бабушку? Странно, никто меня прогоняет, блядь. Навстречу нет никого, блядь. Вон, встречка лежит на боку. Красавец, поехал. Какой лежит? Где она лежит, блядь? Сейчас увидишь. Не-не, он вышел. На бочине проехался по дороге, не вышел. Значит, уже вышел. Здесь еще развилка направо. Принято. Ой, налево. Съезжаем под мост. Принято. Заезжаем на перекрёсток. Понятно. Перекур это хорошо. Мы из того заезжаем. Бежал ежик по лесу, сел на пятёк и задохнулся. Где он присел? На пенёк и задохнулся. А нахуй он столько бежал, чтобы потом сесть и задохнуть, блядь. Вы можете уже побежать. Дальше поле красный, полная тормозень. Прямо. Да, с того заезжаем, да, Джек? Да. После светофора прямо. Принято. Пошли все налево. Блять, не успею на светофоре. Все, сука, стоять. Стоим, Жека. Вот, Толик. Мы на светофоре остановились. Светофор зеленый.
Сфора направо. И еще раз направо, и слева. После светофора надо налево, да? Да. Потом направо. Да, да. Потом налево, опять направо. Потом поставим направо. Да, Андрей, встань просто по разному, все, Алена просто маленько на часок встала. Все, вот так, ага. Ой, когда она что успела с вибрациями? Все, 15 минут перекур. 15 минут перекур. Где здесь, Толь? Все здесь. Подождите, все здесь. Я нахуй с этим никак не разберусь, даже не покурил, нахуй. Ждите. Это, ну вот я тебя вижу здесь, молот, в скобочках 33 ру. То есть ты зашел туда, на этот сервак. То есть... TeamSpeak? Да, да, да. То есть сегодня вечером, там, или когда соберемся толпой, мы все здесь и будем в этой комнате. Сейчас я зайду. Я-то вас не вижу. О. Пацаны, подскажите, у меня в TeamSpeak высветилось, установить Overwolf. Его устанавливать или нет? Желание. Не... Я... Ну, будешь видеть, кто, короче, в сети, к примеру, что диско, где есть, кто говорит, что... А, я понял. Я еще не настолько на завод добью. Она у меня на 86. Я добью сегодня этот корабль, мне 3000 опыта осталось. Какой корабль? 4-го уровня. Линкор. Чем бы дитя не тешилось? А бы в туалет по-большому не ходила. А четверка нужна, е-мое, а то туалет уже психует. Что у меня нету две четверки. Ему третий уровень надоел.
Ну что, поедем? Смотрите, если сейчас обновление я скачаю, то есть на этот Евротрак, мне надо будет еще и качать этот тогда. Мультиплеер, да? Как это, ребят? Че, селенкорнов много как? Капец. 5 штук на команду, ё-моё. Приятного аппетита. Жек, ты здесь? Его машины нету. Я, бля, в жопу. Пиздец. Смотрите, я сейчас обновил игру до 1.27. Как мне их катить? Да как тебе честно? Вот как 1.26 поставить? Свойства заходи. Ну, свойства, да, я меняю, а у меня 1 гигабайт все равно скачивается опять. Ну, пускай. Это и будет, что скачивается, да? Пускай скачивает. Только 1.26 надо поставить, а не 1.27. Это что, мне сейчас опять загружают все заново? Кого это загружать? Ну сейчас же сильно загружает, затем пишется, скачивается. Я ставлю версию 1.26, у меня обновление на 1 гигабайт. Ну. Ну у меня тоже устанавливалось, нормально. Ну, у меня устанавливалось. Я уже потерял нахуй 3 гигабайта на этой хуйне. Ну что, все, едем? Ну, то ли пришел. Тебя ждем.
Меня ждем? Да. Меня ждать не надо, я уже пришло. Сеть. Подожди, 2 секунды. Все, выезжаем. Все, можем выезжать. Поворот налево после выезда. Дальше по светофору прям. Макс, на красном стало. Окей, окей. Подожди, Лёха, Лёха, подожди, Макс выезжает первый. Илья, Илюха здесь? Да, да. Илья, ты меня слышишь? Илья. Тин спик ушел бы. Да просто ему там ВК панели поставишь, он тоже поехал, точно поедет, он так и не поехал, поставил. Илюх, ты здесь? Конвой вечерний будет? Да, да. После развилки за мост, направо поворачивай, за мост направо. Принято. Все так же по расписанию, да, ага, будет там у нас вечерний конвой, все. Замыкающий из города выехал. То ли отключил кнопку, Димон теперь решил выезд ответ. Все, Алена, я выезжаю. Чего-чего? Замыкающий колонну догнал, с развязкивает. Да я. Развязка налево, перед мостом налево. Да я думал, что у тебя голос включен, слышно, как ты чай пьешь. А меня вообще кто-нибудь слышит? Да, да. Да, слышно, тебя слышно. Слышно охуенно. Замыкающий развязку прошу. Принято. Колонну догнал. Принято. Скоро сносится, тебя скоро отключит поворот будет. Не будем по кораблям. Развилка будет налево полукругу, по кругу.
Замыкай шрат, связку прошу, от колонны не отстал. Принято, скорость 110. Илюк, тебя не слышно здесь, Вим? У тебя дискорд вылетел, что ли? Скорее всего, наверное, я... Алло, алло, что-то и тишина. Надо у него перезайти просто. Внимание, сужение дороги до двух полос. Замыкающий принял. Окей. Теперь уже по рации поеду. Ну, да, пока-то. Если будет возможность, потом закроешь, откроешь Дискорд и все. Хорошо. Эдди, конечно, он бы эту возможность ему давно предоставил. Да. Нет, точно. Чешется мне в стиме, что за не проблема с мультиком. Вы зайди в Дискорд, подскажем, ну-ка и там. Так я не помню, что он зайдет, не зайдет. Да, наверное, девочку в гости пригласил. Ищет причину, чтоб не играть. Весна же, чё. А, ты имеешь в виду, занятия подтягиваются, да? Учатся? Ну да, да, да. Только говорит, ты как ему. Принец. Ох, эти школьники. Как наберут занятия, потом всю ночь занимаются. Потом лежат на кроватке, ебаный на свет. И учатся. Я говорю, всю ночь потом занимаются чем-то, все занятия ему не придут. Не, я помню, в 13-14 чудил. Вот. Потому что это такой возраст, когда тебе так хочется, что никогда в жизни так не хотелось. Называется переходный возраст. Там многого чего хочется, когда переходный возраст. Значит, 14 до 16 где-то так вот. Переходный возраст. Где мои 16 лет, да? Да не говори, где мои 17 лет на большом каретном, блядь. Я свои 17 лет-то, блядь, я бы на свет не, блядь, сел только в 20, нахуй. Хотя хуйней начал заниматься уже в 15. Первый срок, блядь, получил, нахуй, у меня сразу 5 статей, блядь. Было. Веселый у тебя жизнь. Сразу две судимости, 5 статей, блядь. Не говори, да. Представляешь, когда освободился, меня военкомат нахуй не носит. Вызывают ему на комиссию. И говорят, ну что, говорит, в стройбат пойдешь. Я говорю, какой нахуй стройбат, начальник? Я говорю, ты ебнулся, что ли? Он говорит, а почему ты не пойдешь? Я говорю, да потому что, ема. Он говорит, ну почему? Я говорю, да у меня, блядь, две судимости. Он говорит, какие две судимости? Одна, ёмон. Я говорю, да ты ёбанус, у меня 5 статей, нахуй, ёбанус, и две судимости. Ну, блядь, ментовку звонит, нахуй, ёбанус, там подтверждает, он такой, все, до свидания, короче. Военник мне вручил торжественно, блядь. И все. То как косит, я откосил нахуй, то что сел, блядь, судимости схлопотал, блядь. Да ну и нахуй так откашивать. А такая же школа жизни, только за решеткой, ё-моё. Ну сравнил, блядь, одно с пальцем. Что такое, блядь, армия? Это та же самая тюрьма, только другая униформа и другие правила. Да, да, то же самое, конечно. Только даже... Даже, блядь, в армии есть дедовщина, в тюрьме такого нету. Кто а хлебушек-то я и там вольно ел, вернее, в армии.
Одно, другое, ну, а я какой, блядь? Нет, ты не понял. Ты не получаешь, не получается, что в армии ты ел вольный хлеб. Ты все-таки как ни крути, ты служишь 2 года за забором. Только ты служишь и уходишь увольнительный в этот в город. А они просто сидят свой срок. То есть, я же тебе говорю, есть многие говорят, что такое тюрьма, это армия. Это, говорит, та же самая тюрьма, только с другими правилами и другой униформой. И все. Не, парни, совсем большая разница. Вы сравнили одно с другим, говорю. Нет, чем? Разница. То, что ты можешь выйти, блядь, в увольнительную, развилка, блядь, прямо. Или спать с девушкой, блядь, базара нет. Развилка напиться, прямо. Напиться, базара нет. В тюрьме, блядь, ем он и наркотики, и водка гуляет. Че только не гуляет, блядь. Если лишь у тебя деньги, были. Тебе, блядь, шлюху на сутки привезут. В тюрьме самое главное, деньги есть, нахуй, миллионы в кармане. Бля, будешь сидеть, как у Христа за пазухой. Не, только, парни, блядь, я с вами не соглашусь здесь. Свободу, вот в армии все. Тоже полгода, да, конечно, в тюрьме тоже полгода привыкаешь к этому режиму. В армии также, а потом крутишься, вертишься, и у тебя и бабки есть, и бабы есть, и сигареты. И в тюрьме то же самое. Ну вот крутись, что только перечислил, вертись. Да. Развилка прямо, приезжая на крайний правый повод. Принято. Но факт в том, что, блядь, в тюрьме дедовщины нету, тебя там пиздить нахуй, заставлять нахуй, стирать носки, блядь, кому-то, если ты сам этого не захочешь, блядь. Никто не будет против твоей воли что-то делать. Понимаешь? Ну, опять же, вот давайте возьмем военный билет и ваш волчий билет. С волчьим билетом уже ты далеко не уйдешь, а с военным билетом я бы... Почему, блядь? Какой же военный билет выдали? Что я, блядь, буду негоден к строевой службе в мирное время. Причем здесь волчий билет? Волчий билет, это знаешь, что считается? Это когда ты освобождаешься, тебе справку дают на 3 дня. Вот это и есть волчий билет. Но ты же говоришь, сравните зону с армией, там тоже дают документ об окончании службы. Нет, ты забываешь чуть-чуть о другом. Об окончании срока. Тебе дают военный билет, ты с ним можешь устроиться на гражданке куда так угодно. Я и говорю, не преимущества разные открываются. Да, но когда человек выходит с тюрьмы, и если он хочет продолжить свою жизнь, скажем так, по понятиям, то для него совсем другие дороги открываются. Понимаешь, вот ты всю жизнь поэтому... горбатишься на дядю, а он всю жизнь горбатится на себя. Да, да. Но живет при этом по понятиям. Есть общак, ну, куда они скидывают. Мне объяснять не надо, я знаю, у меня в семье 5 сидят, я знаю все. Ну это. Вот, то есть, и получается... У я них... на заправку заеду. Окей. Да-да. И да, получается, да. Что у них волчий билет тоже как бы свой, своеобразный военный билет, который дает им... Я так и сказал. Об окончании службы, об окончании срока. Я тоже заеду на заправку. Окей, я снижаю до 60 сижу вас. Случай, блядь. Давайте, догоните, скажите. В тюрьме тоже весело можно посидеть, Ермак. Да, Толь, я знаю все это, я слышал про это. Как мне сказал мой дядя, лучше эту школу жизни пройти заочно, как вы мне сейчас объясняете, раскрашиваете это все. Лучше ее заочно лучше пройти. Лучше, конечно, ее вообще не проходить. Ну, мне дядька так сказал, лучше заочно ее пройти. Ты имеешь в виду верхушек нахвататься нахуй? Нет, заочно пройти, говорит, лучше, да, узнать, услышать и обойти ее стороной, ну, стараться не попадать. Я тебе налево. Говорю, верхушки, я тебе имею в виду. Слухов набраться они. А, ну да, вот так. А то верхушки нападаются. Ты что, Зэк, ты уехал вперед? Да, 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 я говорю, снизился до 60, жду, потихоньку езжу. А, ты умнать стоишь. Первая развилка будет перед мостом, налево перед развилкой. Скорость 60, еду, жду вас. Арене. Первая развилка будет налево, перед развилочкой. Принято. Налево. Нет, я повторяю, ребят. Чтоб там не ушли. Я тоже повторяю, что принято.
то под мостом не ушли, а то убейте все в другую сторону. Налево, да, на развилке? Да, да, да. Да, 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 сразу же налево. За ней следующая развилка будет прямо. Переезжаем на крайний, на среднюю полосу и прямо развилка. Саша, где бы мы ни были, нам жить везде можно, были бы мозги. Догнали. Догоняешь, что ли? Догнали. Полностью согласен с этим. Колонна собрана. Все, и ускоряемся, парни. Скорость 120. Развилка налево. Принято. Тихо-то у вас. Развязка прошел. Принято. От конвоя не отстал. Принято. Скорость, напоминается, 20. Внимание, сужение дороги выпало. Принято. Снижаем скорость до 60. Принято. Поворот налево, за мостом. Принято.
Ну-ка ты сзади меня. Смотри, что ты меня подглючивать начало. После поворота опять налево. Что за кисли ты, я спрашиваю, что так тихого стало? Такой душевный разговор был, и все, и тишина. И все задумались о жизни. Да. Где же лучше, там или тут? Да ладно, хороший. Где-то посередине. Да, я уж лучше нахуй здесь голодный, чем там сытый, блядь. Ну, жизнь такая, блядь, полосатая падла. Может закинуть в любой момент или туда, или сюда. Знаешь, как говорят, Толя, лучше там, где нас нет. Да. В тюрьме делать нехуй, мы там никого не знаем. Это точно. Поворот направо, по крайней мере, на разницу. Принято. Залагал, чуть не въехала в тебя. Замыкающий развязку прошел, от колонны не отстал. Принято сужение дороги на две полосы. Скорость 90. А зачем нам в порт? Мы мимо едем. А, у меня сюда груз, ем. Не сюда. А, у меня другой. Тоже туда груз. Потом куда, Толик, едешь? Клермонт. Не Варшава. Ах ты, Самара, блядь. Внимание, авария, ребят. Тормозим. Нет, еду, но... Придется ехать до первого. Ну, чуть-чуть зацепил я его, и он меня. Ну, надо на СТО теперь. Ну, любой город нам сейчас заедем. Эх, Самара, городок. Там а Самара тоже около вас где-то, да? А я не знаю точно даже, нет, по-моему. Кемеров, Новосибирск. Самара, это возле меня. 500 километров. А, Краснодарский край, да? Какой Краснодарский какой край? Какой там у тебя? Приволжский федеральный округ. Какой у тебя? А, у тебя, блядь, вообще ебать мухуй. У меня Уфа, вот рядом Челябинск, Самара. Ну, в разные стороны. Уфа, я... Это Челябинск, там где живет первый не... Как его? Нетрадиционная ориентация? Да. Фрезеровщик, во. Да. Забыл, как его. Иван Долин, да. Но я не из Челябинска.
Не, я просто говорю, это там, где он живет, Челябинск. Ну там-то они закаленные челябинцы. Слюной пробивают стальной лист. Металлургический. Ну, Урале я бывал, блядь. Металлургический же город. В Екатеринбурге был, блядь, проездом, блядь. Это как, Толянчик, по этапу тук-тук-тук? Не, нет, ёбнулся, я на Урале не сидел, я здесь в Владимирской области сидел. Ну, если проездом, то от Владика до Питера я был. Я, блядь, ездил, блядь, в этот, в Нижний Тагил, ёбнулся. Уезжал, блядь, оттуда уже с... А у нас тут на посёлке два мужичка. Один 35 лет по ту сторону забора, второй 40 с чем-то лет по ту сторону забора. Не, и вот они весь Советский Союз вместе с лесоповалом. Ну в те годы ты ебать, в те годы, блядь, дохуя кого слали на лесоповал. Но от пяток до самых ушей, картинная галерея. Сейчас туда шлют, нахуй, особо опасных, блядь, таких вот, блядь. Бандюганов, блядь, воров в законе, чтоб они здесь не мутили воду. Я когда в командировку ездил в Салехард, там, короче, неподалеку от Салехарда есть город Хард, там сидят пожизненники. Говорит, мы где-то 40 километров ехали просто тундру, ну, то есть зима еще Белый была. Лебедь или что? Да я не знаю, поселок Хард называется. Там по жизни. Я знаю, что там этот из Беслана сидит, который школу захватывал. Он там сидит. И я так подумал, думаю, ты если через забор даже переберешься, а куда бежать-то? Везде степь. На улице мороз. Да там не переберешься, ем. Че я? Там, блядь. Их там, блядь, на камере еще три камеры стоят. Там внутри даже хаты и то камеры стоят. Если в простых тюрьмах ставят, прямо вот сейчас. А уж в этих-то вообще, блядь. Они там куда-то выходят, раком идут, прямо вот сейчас. Даже голову не могут поднять. Не, ставят. Ну это-то пожизненки. Ну я думаю, он же пожизненный. То есть там-то, конечно, строго. У нас конечный город, я уже забыл. Плювод, что такое там было? Как он, парни, как он правильно читается? Да хуй его знает. Не, ну у нас он Андрей, Андрей может правильно. Если это да. Которая Свенси, то это Суонси. Нет, нет. Плювод, что такое там? Конечный. Плимут, наверное. Плимут, да, может. Сегодня, в общем, чисто британский конвой. Да, 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 я решил себе так. Да. Левосторонний. А то, блядь, была бы у всех Франция, Скандинавия, Польша. Скандинавия, да. Сделал здесь конвой. Надо как-то по Скандинавии конвой. Сделать. В принципе, Скандинавия почти у всех есть. Есть, наверное, все. Ну, не у всех это точно. Ну, надо же по Скандинавии сделать. Почти у всех есть. Да без проблем, без проблем. У меня пока нет. У нас только Эдика нету, да, получается? А так у всех Скандинавии есть? У меня тоже нет Скандинавии. Ну, видишь, у Лёхи тоже нет. Её же прикупать надо, да? Ну да. Да. Я на каком сайте вообще за 280 рублей что-то купил? Ну да, они, блядь, это, ну, блядь, если знаешь сайт, нахуй, где найти, можно. Да и здесь бывают скидки в Steam, я брал там тоже 200 с чем-то. А в Steam все равно дороже. В
ими дороже, да. Я заходишь вот в Steam Buy, там хотел. Еще дешевле лежит. Это же и карта. Ну, ну, хотел, сейчас вот майские праздники будут, нахуй. Вот надо ловить вот эти вот. Да, да. Пасха, майские праздники. Там что-то, наверное, будет все равно. Да. Что ты говоришь, как Steam Buy, да, называется? Да, вот да, если да, в Steam идут как... скидки, то в Steam Buy еще дешевле, чем в Steam. Тут мне надо будет заехать на СТО, прямо проедете или подождем? Да подождем. Проезжайте прямо, подождите. Хорошо. Да, Алена, так нельзя делать. Извиняюсь. Я заеду отремонтировать. Давай. Я что-то сейчас перезашел, я не включил. Вторую развязку проедем и встанем. Да-да-да, я выйду, на выйде из города буду. Вас, ну, найду я вас сейчас. А, не, блин. Наверное, третью развязку. Какая там, блядь, я хуй знает. Вторая, наверное, следующая. Давай на вторую. После второй встаемся. Он там под мостом проходит. Я просто посмотрю по это. По тонкой, ё-моё. Все, встаем. Алена. Встаем. Да ладно, сейчас проедем прямо. Тут развязка просто. Ни туда, ни сюда. Давай, 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 развязку проезжаем тогда, Алена. Он, кстати, заправку сейчас будет. На заправку можешь заехать. Давай на заправку заедем. Заправка, стоянка тут тоже. Как раз. Вообще заедет. Она большая. Все, выезжай. На стоянке ждем, тебя, да. На заправке тебя ждем. Там заправка тебя будет. Найду. После двух развязок сразу заправка. Найду наилучше. Сейчас дамчусь. Там мы не сомневаемся. Да вы просто глубоко не задумывайтесь, не молчите, чтоб я вас слышал. Вы что-то все загрустили, задумались. Свет уже можно включать, седьмой час. А я его и не выключал. Заходит, переходит, выходит, заходит. Кто-то нерешительный, значит. Походу у меня опять что-то вылетело. Видно, что. Все,
Ну что, не было, я не помню, какую вывозил сегодня. Чего? Линкорн американский, какого тебе максимального? Максимальный уровень? Да. И сейчас ее линкоров, да. В американцев. Там у всех нахуй на 10 уровень максимальный. Я понял, я имею в виду про тебя, у тебя какой уровень. А, у меня линкоры американец и японец 6 уровня. Как он надевает? 12 стволов, 356-миллиметровыми пушками, как ты думаешь, нагнёт? Нагнёт. У Фушо, блядь, Эмманса, тоже, блядь, Эмманса. Пробиваемость, ну, ещё больше, у него 380 что ли, миллиметров. Всё, едем дальше. Всё, я здесь. Всё, едем. Я зашёл, короче, это так, открыл Steam. Смотрел, у меня нет обновления на этот гиротрак. Подожди, Макс. Блин, ты чё так напугал? Меня отвяжет нахуй. Я просто не поняла, что произошло. Ты подрасчитала с габаритами. Блин, поскорее бы 4 уровень, е-мое. Да будет, я тебе говорю, нахуй. На такие игры надо премиум, понимаешь? Быстрее. Че там, Дим, не вписался, что ли? Да нет, дернул мышку, у меня развернуло выражение. Пока поправлял, в столб поймал. Я смотрю, Бакстар тоже из-за меня пришлось тут. Резко тормозить. Возвращающая в конвой. Там, Макс, выберешься? Да, да, да. Да, да, все нормально. Все, выбрался. Мне тут из-за Димы пришлось тормозить. Мышка улетела, а этот водитель не в ту сторону глянул. В общем, 30% ущерба. А нам долго еще ехать? Да нет. Сколько ехать? Да у меня километры не в другую сторону. У меня вообще 2000 показывает. Потому что в другую сторону. Да нет, здесь недалеко, соседний город. Нет, нет, недалеко здесь. Я тоже думаю, сейчас приедем. Дотянешь. Еду, замыкающий съехал с бензоколонки. Принять. Не отстает. Все колонны в сборе? Нет еще. Идем. Я бы сказал, что все. Сейчас как... Что ты сказал? Макс вас загонит. Так, сужение дороги в две полосы. Них я подпрыгнул сейчас, блядь. Никакой-то кочки, блядь. Колонна собрана. Увеличим, да, скорость.
солнце светит в правый глаз. Нихуя себе жара. Что-то как-то все потихоньку едут. Молча. Сейчас расскажу вам сказку, как дед насрал в коляску. И поставил в уголок, чтоб никто не уволок. Знаю, а вы целую знаю. Эту сказку знаете хоть? Да я уже не помню. Нет, конечно. Просто. Мне как-то мне как-то рассказывали, но я тоже не помню. Не, я знаю, это типа того, что маленький. Мне, кстати, мальчик. Сказка прикольная, мне понравилась, но я вообще не помню. Я знаю, что там еще в конце есть. Бабка думала творог и поставила пирог. Да, причем да, об этом да, я да, лет в 20 только услышал. Я не знал, что это. Ну вот там, да, что-то такое. Смотри, как Толя, ты все настроение поднял, разговорил, да? Разговоры, чтоб не слазить, скажем, чу. Может, я пройду в дублеры, попаду на Байконур. Там рукой подать до солнца места хватит для двоих. Разрешили же японцам, чем же Игн хуже их. И опять тишина. Раньше дети в школах учили стихотворения поэтов, а сейчас учат всякую хрень. Я вот помню, открыл какой-то учебник, там написано: на исходе 20 века, когда жизнь непостижима уму, это как нужно любить человека, чтобы взять и приехать к нему. Это что за херня? Развилка налево. Перед мостом. Принято. Следующая прямо. Средний полос после поворота получаем. Замыкающий развязку прошел, от колонны не отстал. Все, уже подъезжаем. Якорь скоро будем на месте. Зато как смотрите, спокойно, без нервов доехали. Только, правда, думали. А то подрезает, то подбивает, то еще что-то. Ворона сидит на дереве, косяк курит. Ну тут бобер всплывает. Говорит, ворона, что ты делаешь? Он говорит, накуриваюсь. Он говорит, а это как? Ну как, говорит, он говорит, делаешь тягу, вдыхаешь, говорит, ныряешь на тот берег, назад ты выдыхаешь. Понял? Понял. Ну на. Ну, бобер вдохнул, нырк. Вот раз бегемот всплывает, такая ворона сидит на дереве, глаза по 3 рубля, такая: выдыхай, бобер, выдыхай! Ворону проперло, да? Ну да. А там, наверное, не первый косяк, нахуй, ебало, блядь. Чтоб баб, блядь, бегаться-то увидеть, ебаный. Ну это же знаешь анекдот про белочку? Алкаш просыпается, а на груди бобер сидит. Он говорит: слышь, ты кто? Он говорит: бобер, говорит, а где белочка? И говорит: на вас, на алкашей, говорит, в лесу все белки закончились. Бобры пошли, да?
Одесса, Одесский порт. Выходит с порта корабль. Ну, тут заходит таможенник такой, чистокровный одессит, говорит, оружие, наркотики, валюта. Имеется, он имеется. Раз открывает первый кейс. Герыч лежит, высшей пробы. Он такой стоит, смотрит, говорит, оружие есть, он есть, открывает, Вальтер именной, лучшему таможеннику Одессы. Тот такой говорит, ну а валюта там, бриллианты драгоценные, ну открывает еще три кейса, один кейс баксами заваленный, другой драгметаллами, там золото, это... платина. В третьем лежат брюлики по 16 каратов. Этот одессит стоит, таможенник в шоке, говорит, слышь, говорит, это чье? Ну, это, говорит, это твое, говорит, а то, что мое в трюме. Хотите анекдот? Вот и подумайте, что ж мы возим в этом, в этих конвоях, если мы все время проходим везде сквозняком. Приходит сатана к Богу и говорит ему, пожалуйста, забери у меня одного грешника, ей-богу, не могу уже с ним. Представляешь, убил всех моих демонов, черти, как и так далее. Залез на мой трон и кричит, здесь где переход на следующий уровень? А, да. Старый анекдот. Старее говна мамонта. Таби, только мы, больше никого. Это же хорошо. Да, я говорю, спокойно, канал пошел, тихо, спокойно. Как будто на третьем серваке ехали. Ну да. Ни одной Шкоды не попалось. Но... Если фуры ехали, то все по своей полосе и все аккуратно.
Какой-то Леонид Димитров только есть. Вот сейчас недавно появился. Ну что, делаю фотку. Эй, Люк, да ладно, нормально стоял, что ты? Еще чуть-чуть. Хорош. Все, всем спасибо. Я сделал фотку. Всем давай, спасибо. Пока. Пока. Давай, чуть-чуть, пока. Давай, счастливо. Жека. Спасибо за...